С вами Саня. Сегодня мы играем в Roblox в режим ресторан Tycoon 2. Я тут чуть-чуть прям еще 5 минут поиграл. И тут, короче, обычный ресторан. Снимать мне больше нечего. Так что снимаю это. Посетители, идите ко мне. Ну, кто не знает Roblox, это клевая игра. Ну как клевая? Ну это можно сказать как игра, где много игр. Можно вот так сказать. Не понял, куда этот ушел? Я не понял, куда наш официант ушел. Где он? А, вот он. Так, ладно, давай, бери и уезжай. Тут просто все легко и просто. Это просто. Потому что это Roblox. В Roblox всегда все просто и понятно. Никогда не было такого случая, когда мне было непонятно, как делать в Roblox. Давай быстрее, сейчас котлета пережарится. Что выберем, пацаны? Какой-то пакетик, воду. Ну давайте воду. Пусть вода будет. Вода. Пусть будет вода. Что это? Билд. И инвентарь. Я могу куда-то поставить. Как? Повернулась. А, ротейт. Все. Отлично. Ну, типа, наверное, надо брать колодос. Колодосы что-то. Ну, главное, тарелки берет, а деньги не берет. Подожди. Так, надо тебя приучить, деньги брать. Или должен быть специальный какой-то челик, то он брал деньги. Вот этот, что ли? Как эти получить? Чё, плюсик? Ой, там вода нужна. Так, водичка. Как это? Водичку дай. А, типа только для одного челика? Ничего не было. Ну ладно. Раз ничего не понял, значит все понятно. Логично. Давайте опять же быстрее. У нас так. Там еще есть посетители. Они еще и бургеры хотели с картошкой. Знаете, что они бургеры? Вообще офигели. Что он сюда идет? Туда бы шел. Этому надо идти, блин, через всю карту. Ну как через всю? Можно сказать через всю. Несем бургеры. Так, никого нету. Хочу купить новый. О! У нас будет супчик какой-то. Купим супчик. Ну, я не знаю, какой-то на супчик похож. Как его вручить, чтобы он деньги брал? Чё он деньги не берет? Где встречай посетителей, там, наверное, сейчас придут.
пусть он там сам встречает его на работу. Причем он тарелки берет, а деньги не берет. Давайте быстрее шагайте. Прям по самому краю иду. Ну нифига себе, как она телепортнулась. Видели, она такая подошла, такой бэйн. Ватер. Я понимаю, только... Две водички. Еще две водички. Так, раз. Я не понимаю, чего воду-то не могу взять? Там же заказ, вон. А, чё? Когда ты успел? Я не понял. Ты чё, читер? Ладно, давайте посмотрим, что тут можно. Меню. Меню. Так, надо готовить. Я понимаю. Что тут нету? А, там. О, там меню типа для родителей и для ребенка. Прикольно. Подожди, мы же брали вроде там, помню. Мы же там брали это. Сейчас пережарится. Где ты? Иди, работай. Работай, иди. Ты работаешь или нет? Я не понял, сейчас тебе на. Сейчас тебе поджадам. На. Получил. На. На. О, мне показалось, у нас сыр там наверху. Давай, деньги забирай, пожалуйста. Вот я забираю деньги. А ты нет. Не понял, как ты что, смеешь так делать? Кстати, мы же купили штучку, дручку, увидели, я покупал там. Я что-то не понял, в меню? Да блин. В меню почему-то нету этой штуки. Не знаю почему, но нету. Так что я на чём? Идите, говорите, что вам надо. Я вас сам спрошу, что официант решил там быть. Давайте говорить, что вы хотите. Две водички. Отлично. Две воды. Готово. Ого, вода. Кстати, посмотрите, как у меня называется ресторан. Саня. Хе-хе-хе-хе. Меню. А это меню. Ну, в принципе, логично. Повар, ты что-то... А, ты готовишь сам. Ладно. Давай, повар, там. Мясо пережарится сейчас. Добавим это. Так, у нас что-то там, наверное, нет. А почему? Вот инвентарь 0. Не понял. Меня что, заскамили? Меню. Не понял, меня что, заскамили, что ли, или что? Так, сейчас, обождите.
Так, я опять тут. Так, я не понял, меня заскамили. Пшу. О, деньги. Деньги. Идут посетители. Что, ты не успел? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опять он. О, я могу кого-то купить, наверное. Так. Никого я не могу купить. Отлично. Еще там подошли. Две водички. Отлично, сейчас купим. Подадим две водички им. Смотрите, вот если сейчас они воду закажут, у него уже будет одна вода. Либо две воды. Воды. Как говорил. У него вообще было две. Короче, я так понимаю, вода это его все. Может, надо это построить? Кичен. Тандыр. Я просто не знаю. Не юф. Так, где повар? Где... А! Прикол. А мне показалось, там бургеры. Лежат такие, отдыхают. Я бы отнес, ну. Ладно. Это я тоже отнесу. Отлично. Что это? О, квесты. Серф 50 дринкс. Это что? Типа 50 посетителей? 50 посетителей принять или что? Не без понятия. Сейчас я загуглю. Так, как я понял, это подавать напитки. Кстати, что-то музыка пропала. Звуки есть, а музыки нету. А вот, появилась. Это типа когда только... Когда посетители в ресторане, только тогда музыка. Ну, то, что говорят. Вот слышите? Должны слышать. Все, понятно, я понял. Принял, обработал. Так, давайте говорить, еще вам надо. Иначе я вас убью. Ладно. Две водички. Сделано. Сейчас, смотрите, сейчас нам... Вот если вода у них будет, сейчас проверим, то нам даже не надо будет воду. Смотри, он заказывает. И отсюда его откуда это берет. Надо будет потом проверить, откуда он берет. Или он такой штанов такой, ну. Все, давай, повар, делаем бургеры. Так, не понял, что это? Там, мы же брали рецепт, вот, а рецепта нету. Когда новый уровень у нас появился. А, не успел. Да, возьми. Что? Я не понимаю, что не так? Я что, зафейлил игру? Нет. Нет, игра. Игра. Игра сломалась. Ёлки-палки, ладно, сейчас... Я призайду. Что-то тут уже делает этот челик. Я только зашел. Так, давайте посмотрим, сколько же мы уже сливаем.
Так. Как посмотреть-то? Без понятия. Короче, сейчас вот это доснимаем. Ну как доснимаем? Сейчас лучше что, поиграем? Эти пропадут и все, наигрались. Потому что потом еще снимем. Ну что, не думаю, кто-то будет душа долго смотреть. О, кстати, видели, там заказали вот этот суперский с желтеньким-то, с маслом. Надеюсь, это будет мое. Нет, это обычный. А, это что в пакетике? Надеюсь, я сейчас опять не сломаю, не сломал. Ну, ладно. Что тут у нас? Надо готовить. Сейчас вот этих примем. Сделаем им заказ. И все, и выйдем. Потому что уже много играем. Все. Прощаться давайте. Ставьте лайк, ставьте подписку, колокольчик. Скоро увидимся. Всем пока-пока. С вами был Саня.